Ребята, привет! Сейчас смотрю каталог номер 16 и понимаю, что это просто бомба, а не каталог. Забыла представиться, с вами Лилия Донскова. Итак, приступим к обзору новинок. Что мне больше всего понравилось? Это обложка. Обожаю смотреть каталоги с обложки. И здесь специальное смягчающее средство с новым ароматом, медовым. И всего за 79 рублей. Это будет великолепный подарок и просто так, и на Новый год. Далее. Переворачиваем страничку, а здесь у нас шикарный набор, носочки, я вам их просто покажу, убираем каталог в сторону, это выглядит просто потрясающе, шикарная подарочная упаковка. Вот честно, если бы я каталог не посмотрела и не прочитала, что это носочки, я бы долго думала, что это пирожное или это вообще что-то необыкновенное. Вот так красиво сделали дизайнеры такой набор подарочный, рекомендую взять себе и близким на подарки. Потряс новый набор Stardust, парфюм необыкновенно вкусный, вот такой вот роскошный розовый крем, такой шикарной банки, звездная тема, мне очень нравится, и гель для душа, он с блестками, очень модно, гламурно, шикарный подарок будет, и только в этом каталоге, обратите внимание, просто супер цена, вы не сможете устоять. И сейчас идет новогодняя тема, много блеска, много яркости, страсти. И моя любимая тема – это лаки для ногтей, ребята. Они просто улетные. Я не знаю, как вам их показать, но один из них у меня на ногтях. Ой, шоколадный оттенок, он просто красивый, он весь переливается, сияет разными цветами, блеском. И также для любительниц очень много блесток. Есть специальная серия в кремовых оттенках и в синих, где вы можете взять лак как основу и блестки сверху. Это будет просто круто. И чтобы завершить образ, вам, конечно же, понадобятся шикарные подводки разных оттенков. Они с блестками, легко смываются водичкой и шикарно лежат на глазах. Просто шикарно. Я покажу кисточку, она тоненькая. Просто тонкая, классная кисть. Очень здорово лежит. Ну, легко ей работать. Я вчера попробовала, работать ей легко. Звездная тема продолжается шикарными блесками. 5 оттенков от синего, яркого и до нежных розовых цветов. Они просто все сияют на губах, как будто у вас на губах просто звезды. Вы будете просто самой яркой звездой вечеринки. И не только вечеринки, можно использовать каждый день. Конечно же, нам понадобятся аксессуары, естественно, и один из наборов вы видите на мне, это крутой браслет с перламутровыми бусинами золотых и таких коричневых бронзовых оттенков, ожерелье и сетки-трансформеры, которые можно носить как минимум в 3 вариантах. Следующий наборчик, вы наверняка заметили, я все выображаю все рукой перед вами тут, это колечко. Серьги шикарные, такие золотые грозди, блеска, перламутра и стразов. И обалденное решение. 2 цепочки, соединенные вместе. И есть вот такая брошь. Брошь можно носить отдельно, на блузку или на пиджак, на платье, куда угодно вы можете приколоть. А также вы можете ее просто закрепить вот здесь вот на цепочке, в любом месте. Она легко крепится. Как и любая брошка. Так, сейчас мы ее закрепим. И она будет просто как украшение наших бусиков. Вот так вот висеть. Представляете, как это круто? Но это еще не все. Меня потрясла одна штучка. Вы никогда не догадаетесь, что это такое. Да, вот вы смотрите, думаете, наверное, это цепочка какая-то. Может быть, это какие-то браслеты невероятные. Нет, ребята, это украшение для ножки. Вы одеваете вот этот браслетик. С регулируемой цепочкой легко будет, да, выбрать свой размер. И вот эта вся красота будет опускаться на вашу туфельку. И любые туфли, самые обычные будни, вы можете сделать такими праздничными, вечерними и очень красивыми. И я уверена, что это будет шикарно смотреться на загорелых ножках. Поэтому летом тоже будет актуально. Берем обязательно. Так, у нас идет обезьяний год, так подкрадывается к нам, и поэтому уже можно закупаться обезьяньими подарочками. И это прессованное полотенце. Его достаточно просто погрузить в воду,
Оно распрямляется и становится классным большим полотенчиком, на котором изображены 4 веселые обезьянки. А вот эта обезьянка, она, конечно, нам задала загадку. Мы вчера все колдовали, что с ней делать. Оказывается, это магнит. Он прикрепляется вот таким образом к холодильнику или к любой металлической поверхности. А внизу, Миша, покажи, что внизу будет происходить. Так, оп, забрали. Забрали ключи и никому не отдадим. Все, они в надежных обезьяньих лапах. И весь год будут вас радовать, такая классная штучка. Можно будет с детьми поиграть. Например, ребенок сказал, где у нас ключики должны быть. И ребенок пойдет, повесит их на место, а потом с места и заберет. Отдаем ключи. Забирай. Не так-то просто. Забрал. И есть у нас еще такая шикарная вещь. Это аксессуар для зарядки телефона. Прекрасно. Можно взять с собой в дорогу, в поезде, если вам нужно подзарядить телефон, чтобы не стоять его, не держать в руках. Вы просто вставляете зарядное устройство, вешаете вот эту всю композицию, а вход для зарядника у нас как раз будет снизу. Все продумано, все очень удобно, круто, для любого размера телефона подойдет. И немножко у нас для лица новинка вышла. Это серия с оливкой. Если вы любите такой, ну, природный аромат, зеленый, свежий, то эта серия для вас. Она включает в себя молочко для лица, крем для лица в такой классной баночке с зеленой крышечкой, мне очень понравилось, и бальзамчик для губ. Все очень вкусно и классно. И несколько аксессуаров. Это роскошный коралловый набор, комплект, шапочка, вот такие вот перчатки-обманки, тут есть у нас отверстие для пальчика, и роскошный, пушистый, обалденный, теплый такой вот коралловый шарф, который просто вас согреет в любой ситуации, украсит любую курточку, пальтишко, сделает ваш образ просто незабываемым, ярким и эффектным. Для девушек, которые придерживаются классического стиля, у нас есть такая красивая горжеточка. Специальная лента у нас зафиксирует воротничок, чтобы он не слетал, не падал. И роскошные перчаточки с такой же меховой отделкой. Очень тепленькие, качественные, такие мягонькие, прям вот лапушки-лапушки, прям могу вам передать. Обратите внимание, размер один, и он не очень большой. То есть рука у меня не слишком крупная, поэтому рассчитывайте, чтобы вам подошло. Очень уютно, даже не хочется снимать. Ну, придется, потому что есть еще один комплектик. Вечерний, да, у нас же разные образы должны быть. Это вот такой роскошный, переливающийся, гламурный шарфик. И к нему в тему клатч. В таких же оттенках, а внутри клатч сделан такой же теме, только меленькая клеточка. Шикарная. На цепочке. Можно носить как на плече, так и спрятать цепочку вовнутрь и ходить просто модничать с клатчем. Мне понравилось, что он такой достаточно объемный и много в себя вмещает. И еще немножечко аксессуаров. Это красивый набор для любительниц серебряных оттенков. Такое серебро-серебро, гвоздики серебряные, то есть это бусы-браслет, очень красиво. Так, и у нас к этому же серебристому набору есть такая великолепная штучка, набор бусин очень красивых с кристаллами, набран на такую основу тканевую, можно носить как брошка, то есть приколоть куда-то на блузку, на водолазку, а можно носить как заколочка. То здесь вот есть такая вот штучка-заколочка, мы ее берем, открываем, прикалываем на волосы, закрываем и просто очаровываем. И шикарная вот такая заколочка, резиночка для волос, для хвостика, для косичек. Ее можно приобрести только по специальной акции, всего за 99 рублей, при условии, что вы берете один из продуктов из волшебной, роскошной серии Элио. То есть это может быть шампунь, кондиционер или любое масло для волос. Очень рекомендую, если не пробовали, то попробуйте. И чтобы наши все подарки были красивыми,
красивыми и вызывали у людей ощущение огромного праздника, радости, эмоций. Есть несколько вариантов, как сделать подарок более эффектным. Для этого в каталоге есть такие ленточки красивые, зеленые, красные. Есть пакетики разных цветов для мальчиков, для девочек. Или наоборот, как угодно. И есть такая идея классная. То есть в одной упаковочке у нас идет 3 снежинки и красная лента. Ленты достаточно много. Я вам сейчас как пример покажу. Берете, например, банку. Ну, просто банка неинтересна, да? А если на нее положить сверху снежинку? И взять красную ленточку, перевязать и уже подарить как солидный подарок. Также можно класть на любую коробочку, допустим, вы упаковали коробочку, сверху положили снежинку и тоже перевязали ленточкой. Такая классная, модная идея. И я оставила на десерт такой вот классический вариант сумка и кошелек. Очень красивый дизайн, по бокам как кружево все сделано. И мне понравилось, что здесь одна ручка, на плече носить не надо, только в руке. И сделано очень круто, то есть открывается один большой такой клапан. Внутри молнии нет, наклепки сумка. И 2 кармашка для всяких мелочей, телефончиков. И 1 кармашек на замочке. Раз и все. Кошелек, это отдельная тема. Он сделан точно так же, как и сумка. И вот так он раскрывается. У нас есть отсек для крупных купюр, для визиток достаточно много. И для мелочи от молнии, все это для мелочи есть. Все это закрывается, очень легкий и удобный. Мне понравился дизайн, вообще очень классно. Кто любит классику? Ну вот, пожалуй, все. На этом наш обзор закончен. Ребята, я вам желаю супер покупок, с праздничного настроения, чтобы у вас уже в ноябре было ощущение энергии, праздника, запаха мандарина. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе всех новостей, быть в курсе модных новинок Oriflame. До новых встреч! Пока-пока!